Да, ну знаете, вот казалось бы, сейчас победа, мы должны ловить кайф. Я думаю, что, так сказать, ловить кайф мы будем, когда будем стоять на пьедестале с золотыми медалями на шее и петь гимн своей страны. Тем более, что у нас три русские пары на пьедестале, и мы очень гордимся нашей такой вот сильной сборной, нашей сильной страной, что мы ее можем представлять. Сейчас пока ощущения, ну, просто все переполняют эмоции, смешанные чувства внутри, и сейчас пока сложно осознать победу и в полной мере, наверное, ей насладиться. Я думаю, что это ощущение придет потом. Да, уже вот, завтра, так. Наверное, мы в полной да. мере все осознаем, когда все эмоции да, немного знаете, утихнут, когда? Потому что сейчас просто внутри искра буря эмоций. Да. Завтра мы уже зайдем на этот каток болеть за наших старших ребят, за наших юниорских, уже вот в роли победителей все-таки. И, конечно, я думаю, тогда уже будем ловить кайф. Я вижу, что вы очень счастливы, видела, как ваша реакция в медзоне. Ребята, поздравляю вас. Спасибо. И удачи в будущем. Спасибо большое. Спасибо.